Всем приветик! Что я сегодня готовлю? Обыкновенный ужин. Курица с овощами. Я буду запекать ее в духовке, в моей теперь любимой форме. Но особенность этой курицы – специальной заправки. Вот здесь у меня мед. Я буду его мешать с горчицей и с паприкой. Паприка у меня не острая, поэтому она пойдет туда больше для вкуса и цвета. Ну что, порежем овощи. Нарезанные овощи выкладываю в форму. Добавлю сюда же лавровый лист и порежу чеснок на дольки. Посыплю тимьяном. Теперь слегка присыплю солью и черным перцем. Сверху положу курочку. Духовка у меня уже включена на 200 градусов. Вот так. Теперь в жидкий мед положу чайную ложку горчицы. У меня горчица вот такая с семечками, но можете взять любую. И насыплю туда паприку. Как я уже сказала, паприка у меня не острая. Все хорошенечко размешаю и обмажу курочку сверху. Курица у меня уже была заранее посолена, но ее можно, конечно, посолить и сейчас. Можете взять целую курочку, у меня бедрышки. Вы можете взять любые запчасти. Ну вот и все. Накрываю курочку фольгой и поставлю в духовку на 40-45 минут или до готовности. Ориентируйтесь по своей духовке.